Полусфера на городском пруду наконец исчезнет. Странное сооружение, которое не устраивало ни горожан, ни чиновников, должны снести в ближайшее время. Министерство природных ресурсов уже подыскивает подрядчика, который уберет с акватории незаконное строение. Напомним, убрать полусферу с городского пруда пытаются уже несколько лет. Ведь ее возвели без согласования с областными властями, которые следят за городским водоемом. В конце марта суд внял доводам министерства и обязал предпринимателей снести незаконное сооружение. Из-за споров это случится только сейчас. Однако не исключено, что вместо одного плавающего иглу на пруду появится другое – хаусбот. Владельцы хотят заключить с Минприроды договор на 20 лет. Новое сооружение планируют спустить на воду у противоположного берега. Аукцион пройдет в следующем месяце.